29 апреля 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта продолжали наступление. Они взяли в плен до 2000 немецких солдат и офицеров и захватили 106 полевых орудий. Войска 1-го Белорусского фронта, продолжая вести уличные бои в Берлине, овладели городским районом Моабит, Ангальтским вокзалом и заняли 177 кварталов в центральной части города. Юго-восточнее Берлина войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов завершили ликвидацию окруженной группы немецких войск. В этом районе наши войска взяли в плен более 40 тысяч немецких солдат и офицеров. За 29 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 110 немецких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 79 самолетов противника.